Крупный пожар в Байдебекском районе. ЧП произошло 23 июля в поселке Кенясай сельского округа Борлысай. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, горел сухостой. Пламя объяло площадь 40 гектаров в южном направлении и 45 гектар в восточном. В ликвидации возгорания были задействованы 28 человек личного состава и 2 единицы техники местной пожарной части. На месте происшествия также работали 40 представителей лесного хозяйства и местные жители. Стоит отметить, что пожар начался примерно в 7 часов вечера, однако потушить его удалось только в 5 часов утра следующего дня. Бороться с огнем пожарным мешал ветер, из-за которого пламя распространялось все дальше. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара выясняется.